Ну что, давайте я начну. Значит, смотрите, там мы видели карат, да, то есть терневой культиватор трехрядный. Здесь мы видим кристалл. Стерневой культиватор двухрядный. Кто назовет вот очевидное отличие помимо двух рядов и трех? Лапы, все правильно. Здесь намного больше лапа, она шире. Но помимо этого, там стоят лапы, они называются дуомикс. Они без подъема, то есть, ну, они осуществляют эффект подрезания. Здесь, помимо эффекта подрезания, лапы стоят тримикс. То есть, они с полувинтовыми отвалами. Зачем это сделано? Для интенсивного перемешивания земли с пожизненными остатками, да? То есть, когда этот культиватор пойдет, и мы с вами, ну, в конце можем попробовать, да, зацепить его, вы увидите, что у него будет процентов на 85 похожий такой же агрофон, да, или поверхность почвы, как у карата. Но в чем принципиальное отличие этих двух агрегатов? То есть, если мы работаем с вами лапами, у карата, безусловно, более интенсивное будет рыхление, да, потому что здесь, если мне память не изменяет, 11 стоек, а там их будет 19 при аналогичной ширине захвата. То есть, чем больше носиков, тем интенсивнее рыхление. Но максимальная глубина обработки кристаллом до 20. То есть, это, ну, именно поверхностная обработка. На кристалле нельзя, к примеру, снять лапы и работать долотьями на 30 сантиметров. У него лимит 20. Карат, мы снимаем лапы и работаем спокойно до 30 сантиметров. Есть товарищи в Брянской области, да, кто занимается картофелем, а там много картофелеводов, они работают кристаллами до 30 сантиметров. Но там очень легкие почвы, песчаники, да, поэтому люди себе могут, скажем так, позволить такую работу. Значит, смотрите, еще, да, пару особенностей. Мы видели с вами и карат, и кристалл в прицепном исполнении. Оба агрегата прицепные. Есть для тех, кто хочет сэкономить денег, да, есть навесные агрегаты, они реально процентов на 30 дешевле. Но у вас все время должна быть точка выбора, да? Агрегат навесной намного хуже копирует рельеф почвы, чем прицепной. Прицепной едет на своих колесах, да, на опорных. Навесной у вас все время висит на трехточной навеске, да? То есть у вас все время трехточка нагружена, да, и она болтается, там, разбивает клиновые упоры. Вот. И, соответственно, копирование, да? Копирование у прицепного агрегата будет намного лучше.